Ребят, я вот вынесла себе, пошла на пикничок. На улице сижу, кушаю арбузик. Сейчас своему крикну, он пойдет. Петь, пошли арбуз есть! Так что вкусняшечку я буду кушать. Я как это хрюндель, как синюшка. Села есть, короче, арбуз. Он у меня полетел во все стороны. Ну, хорошо, я с салфетками. Сижу хомяча. Может, что не пришел? Ой. Дождик как будто брызнул. Сейчас пойдет разводить костер. Я хотя, в принципе, я не хочу эти штукачки. Я... Хотела показать. А, вот она валяется. Выпила одну. Лежала, загорала. Не хочу. Она даже, знаете, вот пью как воду, я даже не понимаю вкуса и не шумит ничего нигде. Не хочу. Я очень возьму арбуз здесь. На улице реально прям хорошо. Все клево. Поросюшка. У меня здесь железка. Вот на такой штуке я вынесла. На нее упал. Так что, ребят, напишите в комментариях, что вы любите больше, арбуз или дыню. Арбуз с косточками едите? Мне всегда такой вопрос волнует у всех. Потому что я с косточками ем. Я удивляюсь того, что вот как я начала с косточками есть. Если я раньше ела гранат, там косточка меленькая, да, я выплевываю эту косточку с граната. А сейчас я с арбузом. Больше сюда и все. Раньше не ела. Раньше выплевывала. А сейчас нормально. Я маме говорю, пойдем на улицу покушаем. Она не захотела, она села в доме. Ну пошли мы в банчик с ними туда. Короче, в доме есть. У меня уже пузо полненько. Ну, я его съем. Но сегодня специально пошла. Мы пошли подстригаться. А специально пошла с ними. Потому что я сразу рассчитывала, что я хочу арбуз. Сейчас мы купим. Ты ко мне пришел? На, ну тут вот. Вон, бери там, чё, куда пошла? Петер. Она Дуньку больше любит, да? Петерита. Опять кот мне катит собралась. Всё, мне тошнит. Пузо полное. Первые два. Thank you.